Всем доброе утро, ребята. Я сейчас как раз таки уже проснулась. Видели, мы распаковали подарки. Это вы можете посмотреть в отдельном видео. По подсказочке или по ссылочке в описании. Переходите и смотрите. Вот смотрите, какая у нас тут елочка стоит. Я не знаю, будем мы ее убирать или нет, потому что если места нам не хватит на столе для блюд, то мы ее уберем. Сейчас я буду делать шарики крабовые. Мне для этого потребуется крабовое мясо, сыр и чеснок. Сейчас я буду тереть сыр и крабовые палочки, потом все вместе у меня смешивать, еще плюс майонез, и получится то, что я вам попозже покажу. Ну что ж, вот такая вот, как видите, у меня заготовочка для моих крабовых шариков. Они еще будут в виде мышек, то есть я сделаю маслины, то есть разрежу, и получится ушки. И у меня получится мышки, как раз таки символ года. Кстати, ребят, хочу вам показать изменения в моей комнате. Помните, я наряжала комнату, и этого шкафа у меня еще не было. Это пенал. Сейчас вам постараюсь показать его. Вот так вот он выглядит. Как видите, вот так вот я украсила тут. У меня елочка, моя фотография очень красивая. Тут вот такая вот картина. Время красится. У меня есть косметичка моя любимая. Так вот выглядит голографическая. И сейчас я с вами буду краситься. Сережки я, конечно же, надевать не буду, так как вы видели. Мне подарили новые сережки на Новый год, поэтому сережки я решила не надевать. И сейчас мы будем с вами краситься. У меня красное платье, попозже я вам покажу, как оно мне сидит. Я тоже его недавно купила. Наверное, я сначала сделаю, скорее всего, ресницы и тени, а потом уже перейду к основному. Вот так вот выглядит. Заказывала я их на AliExpress. Как видите, вот такая вот упаковочка. И они на клейкой основе, то есть они сразу с клеем, и поэтому это очень классно. И сейчас я как раз таки буду их клеить. Блесточек у меня очень тут много, но мне кажется, то, что для Нового года это пойдет. Как видите, вот так вот выглядит. Вот, как видите, вот так вот у меня получилось. Очень прикольно и мне нравится. Прям по-новогоднему. Смотрите, какая селедка под шубой у нас получается. Вот так вот она выглядит красиво. Она сейчас тут режет. Сейчас тут режет крабовое мясо. И вот уже нарезала яйца. Буду делать крабовый салат. Да, свой любимый. Для этого салата мы используем такие вот чипсы. Принглс с крабом. Да. Вот Настя уже делает. Она сама готовит салат. Так, я вам еще не показывала нашего любимого котика. Лепсик у нас тут лежит с Настиными подарочками. На Настином столике. И тоже ждет Новый год. Правда, конечно, он не понимает, что это будет Новый год. Но он тоже ждет в предвкушении чуда. Мы его тоже с утра накормили жидким кормом, его любимым лакомством. Поэтому ему тоже сделали подарочек. Как же этого милого существа оставить без подарочка, да, Лепс? Кстати, ребята, я думаю, вы помните, что у меня есть елочка в моей комнате. И смотрите, что я сейчас обнаружила. На моей елочке висит вот такой вот шоколадный снеговичок. Скорее всего, его сюда повешала Настя. Но он очень милый, она мне тоже сделала подарочек. И я бы даже не заметила, если не оглянулась бы на эту елку. Посмотреть еще раз, какая она красивая. И как раз-таки заметила этот подарочек. Так что вот такие вот сюрпризики у меня дома по всей квартире. У меня сюрпризы разные. Вот, смотрите, какой у нас уже стол получается. Тут чипсы с крабовым салатом, красная икра, бутерброды, тарталетки с салатом из семги, далее бутерброды с красной икрой, также вот такая тарелочка мясная, тут мясо и рыба. Далее канапешки, тоже там икра
И уже фрукты. Ананас, киви, мандаринки и виноград. Вот такой вот у нас уже получается стол праздничный. Видите, это мясо фаршированное трюфельным грибом. Это я вам уже все показывала. Селедка под шубой. И вот такие вот шарики сырные. Видим уж. Еще у нас есть запеченные овощи, баклажаны, перец, лук, также тут кабачок, конечно же картошка и еще один рулет. Индейка в беконе рулет. Смотрите, мамин подарок уже повешали на елочку. Вот такой шарик я подарила. Один из подарков. Про запас, Новый год, елка, шарики, хлопушки, Новый год, ждем новогоднюю ночь. Как видите, играем сейчас в игру. Попробую угадаем. Мы клеим стикеры и пишем животных, именно животных. Как видите, я уже отгадала. Скажите, я крокодил. Настя угадывает, не может угадать, что я угадала. Ребята, пожалуйста, подскажите мне, кто я. Будет лучше уходящим. Да, мы хотим стабильности и порядка. Надежности и комфорта, счастья и благополучия для родных и близких. Мира, благополучия и процветания. С праздником! С новым 2020 годом! Ну что, ребята, у нас уже Новый год. Хочу вас поздравить с этим прекрасным праздником, пожелать всего самого наилучшего. Сегодня мне не получилось выйти на улицу, потому что, как видите, я совсем заболела. Но хочу вам пожелать самого главного, конечно же, здоровья. Без здоровья просто невозможно ничего, поэтому обязательно не болейте, всегда будьте здоровы. Желаю всем, кто сдает ОГЭ или ЕГЭ в этом году, сдать на максимальные баллы или же оценки, исполнение всех ваших мечт. Также, чтобы вы шли к цели и добились ее обязательно, и чтобы ваш 2020 год был самым лучшим годом в вашей жизни. Спасибо, что были с нами этот прекрасный день, поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, и поэтому я заканчиваю видео на такой прекрасной ноте, салютах, обожаю салюты, ну, конечно же, из-за здоровья это немного трудновато смотреть из окна, но все-таки я... Всем пока-пока, увидимся в новом году, точнее, вы это видео уже смотрите в 2020-м, поэтому всем-всем желаю счастья.